следующему слайду. Как я уже сказала, это зона, которая называется Валь-д'Изертин, по названию соответствующих курортов. Валь-д'Изер на этой карте вот, находится внизу в левой части. Если Вик вас... А вот нет возможности курсором показать. Но это вот вся левая половина этой карты, это Валь-д'Изер, зоны катания, прилегающие непосредственно... Да, спасибо. Спасибо большое, отлично. С той части зоны катания, которая непосредственно прилегает к Валь-д'Изеру. То, что это общая зона катания, это означает, что наши гости, приезжая в Валь-д'Изер и покупая скипас, они автоматически получают доступ ко всей зоне катания, ко всем трассам, которые вы сейчас видите на экране, и могут сразу ехать в любой уголок. Я чуть поподробнее расскажу вам именно о той части зоны катания, которая прилегает к Валь-д'Изеру. Мы выделяем здесь три сектора. Это вот все, что расположено в левой части. Это секторы Бульвард, Солез и Ле Форне. Бульвард — это то, что находится в самом центре карты, называется по названию соответствующей вершины. А может быть, извини, пожалуйста, перебью тебя, может быть, я сейчас возьму экранчик и буду показывать, вот я, если у меня получится. Как получится? Да, может быть, сделать? Да, давай. Давай, если я, мне уступит экран, да, уступит Виктория экран, я попробую зайти опять в эту презентацию и, ну, что получится, конечно. Получилось? А где она? Презентация, вы выбрали другую презентацию. А, я выбрал другую презентацию. Ты думаешь, да? Это тоже не та? Это не та презентация. Ну, значит, у меня ее тоже нет. Я не знаю, что у меня почему-то нету. Ладно, возвращаемся. Извини, пожалуйста. Я возвращаю экран, но у нас не получится, да? Так сказать. Ну, тем не менее, уже просто хотела Аня рассказать подробно о зоне катания, но думаю, что... Понятно, вот да, левая часть от вас это Валь-д'Изер, а справа это Тинь, вторая сопутствующая станция, и несколько вершин, о которых Аня только хотела рассказать, которые основные здесь можно видеть над Валь-д'Изером, и рядом два ледника слева и справа. Я, Яночка, передаю тебе обратно слово. Да, я тогда вкратце расскажу. Вот, для клиентов, которые хотят приехать из Валь-д'Изера в Тинь, я отмечу название подъемников. Это из Валь-д'Изера в Тинь. Это подъемник, который называется Тонез. Вы его сможете потом на карте увидеть. Гости смогут скачать презентацию. Ну, или мы в любом случае каким-то образом ею поделимся с вами. Да, да. Информация была. Конечно. Ну и точно так же при возвращении из Тиня в Валь-д'Изер тоже есть ряд подъемов, которые позволяют клиентам вернуться обратно к Валь-д'Изеру. Затем у нас есть еще сектор, который мы называем Солез. Это название, с которым вы часто можете столкнуться, потому что именно здесь располагается зона для начинающих, и мы можем здесь перейти к следующему нашему слайду. Зона для начинающих, она включает в себя 12 легких, пологих, не длинных трасс и 10 подъемников. Ее особенность состоит в том, что на ней действует свой отдельный скипас. Он в этом году, если бы катание было открыто, он составил бы 38 евро в день. Это значительно дешевле полного скипаса на всю зону, который... на этот год был на уровне 62 евро в день. И это тариф, который... Это единый тариф и для детей, и для взрослых. Я хочу добавить, Анечка, извини, пожалуйста, поскольку я помню, этот район Солез, его реконструировали лет, наверное, 4-5 назад, да? То есть это было совершенно... Его полностью переделали именно под начинающих, под вот такого рода спокойное катание для начинающих и для взрослых и маленьких, это поставили новые подъемники, и эта зона совершенно преобразилась. Она вот совсем недавно, это вот New Open, скажем, 2-3 года всего этой новости, да, правильно я говорю? Да, это именно так, это был большой проект, он
в общем-то, можно сказать, он в чем-то даже продолжается, но основные работы, это было, да, между 2015-2017 годом, и это речь здесь идет о создании именно вот той зоны из этих 12 склонов отдельной, и в последующие годы замены ряда подъемников, вместо которых был установлен новый подъемник, который также называется Сулез, это гондольный подъемник, вы здесь видите на фотографии, на котором начинающим очень легко и удобно добираться сюда, на эту часть зоны катания. Здесь вы находитесь на уровне 2500 метров. Некоторые люди немножко беспокоятся, когда они видят, что зона катания для начинающих, а находится высоко в горах, и боятся, что, значит, туда нужно как-то ехать по сложным, может быть, склонам. Абсолютно нет. В центре Вальдезера начинающие садятся в эти простые для использования кабинки, поднимаются непосредственно к этой зоне катания, и дальше уже там, перед ними самые простые, буквально детские склоны, по которым они могут кататься. И дальше, чтобы спуститься вниз, то же самое, это те же самые кабинки, в них люди заходят и спускаются уже в самую нижнюю часть. То есть зона катания находится не в самом Вальдезере, он находится как бы наверху на плато. То есть поднимаешься на плато, там катаешься спокойно абсолютно для начинающих и спускаешься вниз, если ты не хочешь как бы по крутым трассам, на ней же спускаешься на этой кабинке обратно. То есть все находится наверху, мы живем внизу. Угу. Да, именно так. И еще одно большое преимущество такого расположения в том, что в этой части курорта всегда хороший снег, потому что здесь вы находитесь высоко. И для новичков это принципиально важный аспект, потому что чем лучше качество. И там очень солнечно наверху, там очень солнечно, и, по-моему, конечно, такая вот полянка, прям вот солнечная поляна получается. Да, это вот то, что вы тоже видите здесь на фотографии, это здесь очень солнечно, и отсюда открываются прекрасные виды, поэтому даже будучи новичком в Вальдезере, люди могут наслаждаться горами так же, как и продвинутые лыжники. Обычно зоны катания располагаются в нижней части курорта, это, конечно же, совсем не то. Давайте перейдем дальше. Здесь же, рядом с зоной катания для начинающих, к ней прилегает Вальтица, это еще один проект из последних двух лет. Это зона, которая была создана уже непосредственно для детей, начиная от трех лет. И в нее входит легкий совсем пологий склон, вы вот здесь тоже на фотографии видите, и площадка с различными играми, имитирующими профессии горнолыжного курорта. Сергей, ты хотел что-то добавить? Нет, я все пока понятно, и я наслаждаюсь этой картинкой, да, солнечной. Да, и на этой площадке детки могут играть, там есть качели, здесь можно кататься на санках. И кроме того, вообще вот вся эта, весь этот сектор Сулез, он настолько разнообразный, и он очень хорошо адаптирован даже для нелыжников. То есть люди, кто не катается на лыжах, хочет кататься, они могут сюда подняться. И здесь проложены маршруты как для пешеходов, так и для тех, кто занимается беговыми лыжами. И трассы для беговых лыж, их две, одна попроще, другая посложнее, подлиннее. Это тоже уникальная возможность заниматься вот именно таким видом лыж, беговыми, да, но высоко в горах, и опять же наслаждаясь уникальными совершенно панорамными видами на прилегающие горы. Вот тут я хочу немножко встрять и спросить, ребята, если чат работает, Виктория, у нас, по-моему, должен работать чат, да, Виктория наш модератор, если у вас возникают вопросы по ходу рассказа, не знаете, всегда возникают, а потом забываешь, значит, пишите прямо сейчас вопрос, потом мы на него ответим, потому что он возникает по ходу, а ответим мы потом, и Аня продолжает дальше, пожалуйста. Да, конечно. И, ну и минут вкратце я назвала еще третий сектор, который называется Le Forney, это сектор, в котором находится ледник. В Вальдезере, на зоне катания Вальдезертини есть два ледника, один из них находится со стороны Вальдезера, и он находится в самой, ну вот на карте это было в самой левой части, в самой крайней части курорта. То есть для тех, кто катается хорошо, например, кто хочет исследовать полностью зону катания, как вариант, они могут начать кататься на леднике и от него уже спускаться дальше по Вальдезеру, переезжать в Тинь.
Ледник наш работает также и летом. С середины июня до середины июля примерно. В этом году с 12 июня по 11 июля. Поэтому если ваши гости планируют быть в Альдизере летом, летом мы также открыты, то у них есть возможность покататься и в летний период. Вальдизер, как я уже упомянула, это один из самых надежных с точки зрения снега клиентов. И если вот мы перейдем к следующему слайду, то, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Это фотографии на начало трех предыдущих сезонов. Мы открываемся всегда в последний уикенд ноября. В следующем году эта дата соответствует 27 ноября. И, как вы видите, к этим датам, это вот фотографии с наших веб-камер, вы можете зайти на наш сайт и проверить, убедить, вы можете выбрать любую дату, любое время и посмотреть, как выглядит зона катания. Так вот, к началу сезона, как вы видите, зона катания, она уже заснежена, и это не искусственный снег, хотя у нас половина склонов оборудованная, но склоны, которые в нижней части природы находятся, и у нас одно из самых мощных, ну, французских мы их называем снежное ателье, ну, то есть снежная фабрика. Но на зоне катания много настоящего своего снега, и точно так же на следующем слайде видно, что к концу сезона, в первых числах мая, этот снег, он еще держится, он тает гораздо позже в течение летнего сезона. Можно перейдем на следующий слайд? Он такой же, но соответствует первым числам мая. То есть, как бы я не вижу разницы между концом ноября и началом мая, на самом деле. И именно так, собственно, поэтому и выбраны даты сезона так, чтобы не было проблем со снегом. Дальше я предлагаю вам поговорить немножко о проживании. Как я уже сказала, у нас очень разные варианты проживания. У нас более 20 отелей, они представлены в категориях от 2 до 5 звезд. И на следующем слайде у нас перечислены двухзвездочные отели, то есть это отели, которые предлагают наиболее тарифы, подходящие для наиболее бюджетного отдыха, но для тех, кто хочет останавливаться именно в отеле. Да, мы можем перейти к следующему слайду, спасибо. У нас 4 двухзвездочных отеля, как видите, они больше, 3 из 4, они находятся в самом центре. И это буквально в паре минут ходьбы от подъемников и подножия склонов. То есть это прекрасное расположение. Один отель, он находится чуть-чуть вне Вальдизера, он больше подойдет тем, кто приезжает на машине и кто готов ездить на машине между отелем и самим курортом. На следующем слайде у нас представлены трехзвездочные отели. У нас очень хороший выбор трехзвездочных отелей. Они точно так же, большая часть расположены в центральной части курорта. Один отель, он находится в Ле Форне, вот вы видите в правой части, он так называется, отель Ле Форне. Но несмотря на то, что он несколько удален от центра, он находится прямо рядом с подъемником, потому что в Вальдизере, состоящем из трех, ну, скажем так, кварталов, в каждом из них есть подъемники. И куда бы клиенты ни приезжали, у них всегда в паре минут ходьбы всегда будет подъемник, по которому они могут напрямую добраться на зону катания. По отелям, я думаю, что я, наверное, не буду рассказывать подробно о каждом. Уже я предпочитаю, если у вас вопросы будут, есть, вы можете мне их направлять по почте или Сергею. Давайте мы перейдем к следующему слайду. У нас также есть 4-звездочные отели. У нас их уже 6, так как в этом году открылся новый 4-звездочный отель Монблан. И его особенность стоит в том, что это ski in, ski out. Он расположен прямо рядом со склоном. Склон проходит прямо за отелем. И это синий склон. Соответственно, он подходит практически всем клиентам, кто катается на лыжах, начинающих с среднего уровня. И от него же легко скатиться к подъемникам в центр курорта. При том, что этот отель расположен у подножия горы, у подножия склонов, это 3 минуты от центра курорта, поэтому он очень удобный в плане расположения для тех, кто хочет быть в центре всех развлечений, магазинов, ресторанов.
Вот я хочу здесь опять же вклиниться и пояснить просто ребятам, которые, может быть, не в курсе этой горнолыжной темы, вот сказала красивое слово «скинский аут». То есть «скинский аут» по-английски, понимаете, на лыжах «в» и на лыжах «из». Это что такое устойчивое выражение в горнолыжном, так сказать, сленге, означает себе, что структура находится прямо у горы или у склона, или у подъемника, куда можно вернуться на лыжах и прямо стартовать прямо на лыжах из отеля. Ski-in, ski-out, поэтому вот отель Монблан, в данном случае новый четырехзвездочный отель, он ski-in, ski-out, это его характеристика, он находится около горнолыжных склонов, и это очень любят горнолыжники. Это к чему? Апропо того, что наша программа образовательная, друзья. И мы здесь рассказываем очень полезные вещи, делимся вот такими горнолыжными, такими изюминками. Ski-in, ski-out – это отели или, скажем, резиденции около подъемников. Анечка, продолжай дальше. Да, и вы видите, что еще три отеля, они прямо в самом центре расположены, и это тоже очень хорошее расположение, буквально также у самого подножия склона. Люди из отеля Ормелюн выходят непосредственно, прямо могут на лыжи вставать, другие два отеля, это одна минута от склона. Те отели, которые вот в верхней части полевее, это отели, находящиеся в квартале, который называется Лядай. Он чуть-чуть удален от центра, он более спокойный, но удален – это условное понятие. Это 15 минут пешком и несколько минут на бесплатном шаттле, который по всему курорту ходит каждые 5 минут. Ну, он удален от центра, но он ski-in, ski-out, будем так говорить. Вот именно... Да, в нем есть два подъемника, один гондольный, один, вот вы его видели метро. В видео, да, который похож, многие его называют, а что это за поезд? Это фуникулер, который проходит по туннелю, проложенному прямо в горе, и он отвозит клиентов прямо на 2800 метров в эпицентр зоны катания. У нас 8 пятизвездочных отелей, если мы перейдем к следующему слайду. Это сегмент, который очень динамично в последнее время в Альдизере развивается. Последний из них открылся также в этом году. Это отель, входящий в группу К2. Ну, и наши отели 5 звезд, это, конечно, отели для клиентов, которые ищут наибольший уровень комфорта. Они все находятся в центре курорта. Те, которые вот можно также назвать, да, вот этим модным словом ski-in, ski-out, это отели Лююль и Мадемуазель, они в нижней части расположены, фотографии в нижней части слайда вы видите. Но если ваши клиенты едут в 5 звезд, то все эти отели, они предлагают еще дополнение к бесплатным шаттлам курорта, они предлагают свои шаттлы, которые зарезервированы исключительно для их гостей, и которые возят гостей по всему Валь-д'Изеро. То есть здесь речь идет не только о катании на лыжах, но и если они хотят поехать в какой-то ресторан или куда-то погулять в какую-то часть курорта, то у гостей пятизвездочных отелей у них есть вот такая дополнительная возможность передвижения по Валь-д'Изеро. Помимо отелей, мы предлагаем также апартаменты. Здесь также есть разнообразные варианты, в зависимости от того, что вы ищете. Есть резиденции, такие как, вы наверняка, если вы уже работаете горным направлением, Pierre et Vacances, Odalis, это сетевые операторы, Madame Vacances также. Либо есть резиденции, которые расположены непосредственно в Аль-д'Изере. Это вот резиденция, которая называется Les Chalets du Jardin Alpin. Это четырехзвездочная резиденция, также расположенная на склоне. То есть из нее люди выходят и сразу катываются на лыжах. Резиденция Village Montana – это резиденция очень комфортного уровня. Это пятизвездочные резиденции. У нас их две. Одна находится в центральной части Валь-д'Изера, а другая – это ski-in, ski-out, расположенная непосредственно на склонах. Village Montana отличается тем, что у этих резиденций есть свои центры спа, где клиенты могут поплавать в бассейне и отдохнуть после катания на лыжах. Это, как вы видите, верхняя фотография левой части. Помимо резиденции, у вас есть также возможность сотрудничать с нашими агентствами недвижимости. У нас есть
среди них три, которые предоставляют комиссии туроператорам, турагентам. Поэтому также, когда у вас есть запрос на Вальдизер, на апартаменты, имеет смысл с ними связаться, потому что у них сосредоточен большой выбор апартаментов. Многие из них очень хорошо расположены в зданиях, которые, по сути, являются скиинг-скиаутами. Это, в первую очередь, Вальдизер Ажанс, самый крупный наш агент. Симальп — это агентство, которое работает больше в более, скажем так, люксовом сегменте, то есть для тех, кто ищет апартамент класса люкс или шале. А Sweet Homes, наоборот, это агентство, которое специализируется на более бюджетных вариантах. У них большой выбор, например, апартаментов, которые называются студии, да, то есть на двух, максимум четырех человек. Наиболее простой вариант размещения в апартаменте. Ну и, конечно же, на следующем слайде у нас речь идет о шале. Вальдизере широкий выбор шале, и в первую очередь, конечно же, шале наиболее высокого класса в премиум-сегменте для люксового отдыха.